В Астане проходит второй международный форум по геологоразведке нефти и газа. Организовали его Казахстанское общество нефтяников-геологов совместно с Ассоциацией КазЭнерджи. Спикеры мероприятия – первые руководители отраслевых министерств и ведомств Казахстана, топ-менеджеры крупных нефтегазовых предприятий и эксперты. Подробности в материале Ларисы Гречихиной. Основные темы международного форума – ключевые приоритеты развития нефтяной геологоразведки Казахстана, особенности ее науки и практики, в одном ряду и цифровая геология, а также умные месторождения. Главная миссия форума – это активное содействие развитию нефтяной геологии в стране посредством изучения и внедрения инновационных технологий. А сегодня группа компаний РД «Казмунайгаз», хотя имеет достаточно совокупные извлекаемые запасы, однако месторождения, которые были открыты в ранний период, они истощаются, и постоянно необходимо восполнение запасов. После детального анализа геологоразведочных работ было выбрано две скважины для бурения на месторождении Озень и Каратон. Изучаемый район находится в пределах Мангышлавско-Среднекаспийского бассейна. Основным объектом интереса на территории является палеозойское отложение. Мы выбрали точку заложения скважины глубиной 6 километров на месторождении Узень. Сейчас будут подготовлены определенные внутрикорпоративные согласования. После этого мы впервые на месторождении Узень приступаем к изучению палеозойских отложений. Самые актуальные вопросы геологоразведки обсуждают в Астане в течение двух дней. Так, на заключительном пленарном заседании форума поговорили на тему альтернативных источников энергии и о перспективах их развития в Казахстане. Лариса Гречихина, Хабар 24, Астана.